Добрый день, друзья. Рада быть вашим модератором сегодня. Начинаем нашу конференцию. Знаете, сегодня уникальная встреча с Тимоти Шарбером, который впервые в России. И Тимоти представляет партийное движение, пока что малоизвестное среди россиян, это специальная олимпиада. Но тем не менее, Россию в этих состязаниях представляет большая группа атлетов с ментальными нарушениями, которые из года в год приносят нашей стране медали. Как раз о специальной олимпиаде, о том, какие возможности она открывает для людей с ментальными особенностями, тоже я и с обществом сегодня поговорим. Мне кажется, закономерным начать человека, без которого визит Тимоти, скорее всего, не состоялся бы такие краткие счеты, это известный спортсмен, государственный деятель Вячеслав Фетисов. Спасибо, Светлана. Ну, для меня большая честь быть сегодня здесь, в составе замечательной команды. Стараюсь объяснить, почему я здесь. Но я первый раз познакомился с Тимоти, и я очень рад его приветствовать здесь, в Москве, с его командой на специальной олимпиаде в Дублине. 2003 год. Вот, ко мне пришел Wild Sport 2002 года, пришел возглавлял Андрей Владимирович Павлов, говорит, вот такая у нас есть история, нет денег, нет поддержки, но это нужно. И пригласили меня с ними Кеннеди, познакомился с Юнис Шрайвер, который, по сути дела, и Влад, человеком, который родил эти удивительные соревнования. Я просто проникся, погрузился, столько знаменитых людей, не видел ни на треке, ни на одной олимпиаде. Насколько вот это соревнование сумело объединить очень известных людей в мире. Вот, я, конечно, благодарен Тимоти, что он откликнулся на мое приглашение. Мы с ним встретились еще один раз несколько месяцев назад в Ватикане, где проходил интересный вообще формат. Спорт представлял президент Олимпийского комитета международного Томас Бах. Тимоти представлял специальную олимпиаду. Сэр Крэйвен представлял паралимпийский спорт. 30 спортсменов выбрал Папа Римский, которого хотел видеть. Ну и Организация Объединенных Наций была представлена генеральным секретарем. То есть такой формат впервые. Ватикан, Папа, спорт и политика. И мы как раз сумели очень плотно пообщаться. Я говорю, слушай, давай, приезжай к нам, я говорю, сейчас возглавляю в правящей партии направление спорт, молодежь и туризм. И будет интересно, чтобы на площадке Государственной Думы ты смог нам объяснить, чем ты занимаешься, что делать, чем мы можем быть полезны, насколько мы сегодня сможем привлечь государственные средства, потому что эти категории людей, которые нуждаются больше, чем кто-либо поддержки государства, общественность, фонды, все, что связано сегодня с организацией процесса. Мы сегодня с утра поиграли в футбол с мальчишками, участвовали в соревнованиях вместе с девчонками и мальчишками. Вот. И смотрим, что спорт этим детям дарит неописуемый восторг и радость. Я думаю, что нам сегодня необходимо обсудить, поприветствовать всех, кто приехал. У нас пару дней таких интенсивных рабочих здесь. Вот. Ну и еще хотел бы сказать, что в рамках комитета, в котором я работаю, Государственной Думы, мы приняли решение о том, чтобы налаживать контакт на парламент со всеми международными организациями. Может быть, помочь нет, кто не может отрегулировать отношения, может быть, высказать свою позицию. Вот. И поэтому в ближайшее время делегация Госдумы поедет в Олимпийский комитет. Он, представители всех четырех фракций, постараемся, в общем, найти какой-то формат диалога с Паралимпийским комитетом. Так что вот, рад еще раз приветствовать, моя большая честь, Тимоти, здесь, в Москве. Кстати, он не первый раз приезжал, 15-летним пацаном. Возрасту не надо быть секретить, я думаю, да? 40 лет назад с отцом, с мамой, вот, они провели неделю здесь, в Советском Союзе, застолье во всяких там воспоминаниях, поэтому
Я думаю, что он не узнал Москву, приехал. Ну, наверное, он поделится своим впечатлением по Тимати. Для меня большая честь представить тебе слово и дать тебе возможность, в общем, рассказать о том, чем ты занимаешься в последнее время.